Владислав Селезнев к нам присоединяется. Здравствуйте. Здравствуйте. Коллеги, здравствуйте, слава Украине. Героям слава. И начинаем события на фронте. Где сейчас идут самые тяжелые бои? Потому что, как практика показывает, на полноценное наступление сейчас не хватает у россиян средств, сил, но ползучее продолжается. Да, безусловно, ситуация на фронте остается крайне сложной. Отчет украинского генштаба за минувшие сутки свидетельствует о том, что противник вновь активно использует управляемые авиационные бомбы, проводит атаки. Основные места приложения российских усилий традиционные. За последние несколько дней, даже недель, это Покровское направление, направление на Торецк. Непростая ситуация в районе Час-Яра, но следует отметить следующее. Уже появляются достаточно такие осторожные оценки, но тем не менее оценки позитивного толка. Мол, украинская армия и в районе Торецка, и Нью-Йорка проводила определенные мероприятия, связанные с контрнаступательными действиями. И в районе Час-Яра наше подразделение провели ряд мероприятий, которые были в результате которых враг был вынужден отойти, в том числе на некоторых участках фронта, за мелиоративный канал Северский Донецк. Поэтому я думаю, что эту ситуацию следует все-таки рассматривать с динамики. Да, безусловно, противник еще имеет немало ресурсов для реализации своих шаларминских планов, но постепенно эти ресурсы выхолощиваются. Посмотрите, ежесуточно противник теряет более 1000 своих военнослужащих, десятки единиц автомобильной и бронированной техники, огромное количество артиллерийских систем. Ну, собственно говоря, когда-то эти ресурсы должны будут выхолощены. Но, по крайней мере, наш руководитель военной разведки генерал Буданов утверждает, что у противника ресурсов для проведения полномасштабных наступательных действий осталось на месяц-полтора. Так ли это или нет, буквально к началу осени мы точно об этом будем знать, но в любом случае мы должны понимать, противник не обращает абсолютно внимания на свои огромные потери в живой силе, в технике, в вооружении, пытаясь сполна воспользоваться тем самым окном возможностей. Оно возникло для них в результате достаточно контроверсивных решений американского конгресса. В течение 7 месяцев, там, я напомню, нашей аудитории шли долгие дебаты, следует ли нам получать соответствующие силы и средства от американского правительства, но в конце концов, этот вопрос был разрешен позитивно для нас, но время было потеряно. И сейчас украинская армия постепенно наращивает свой военный потенциал, но противник, понимая, что завтра у нас ресурсов будет много больше для проведения определенных мероприятий, пытается этой возможностью сегодня воспользоваться сполна. Что из этого выйдет? Я все-таки думаю, что украинская армия способна стабилизировать ситуацию на поле боя. И хотя тенденция достаточно тревожная, продвижение российской армии все еще сохраняется, но это продвижение тактического уровня. 100, 200, 300 метров в течение суток. Тенденция не очень хорошая, но про масштабность этих мероприятий вести речь точно не следует, хотя бы потому, что противник в результате этих продвижений вперед на 100-200 метров в результате несет огромные потери и в живой силе, и в технике. Ну вот вы сказали, что еще 1,5-2 месяца наступательных действий РФ, и они пойдут на спад, прогнозирует наша разведка. И вот еще Кирилл Буданов сказал, что к этому моменту Украина должна быть готова, чтобы перехватить инициативу. Скажите, а на каком участке фронта это может произойти? Вы даже не представляете, как сейчас к экранам телевизоров прильнули российские разведчики. Ведь именно эта информация их интересует в первую очередь. Безусловно, те планы противодействия украинских сил обороны, которые в настоящее время разрабатываются и соответствующим образом происходит обработка соответствующих очень масштабных объемов информации, проходит в украинском генеральном штабе, в главном оперативном управлении так точно, но в детали это планирование вряд ли будет известно всем нам. Многие мероприятия проводятся под грифом «Т», то есть тайно или секретно. И, соответственно, я не думаю, что нам следует ожидать какой-либо публичности со стороны генерального штаба в плане анонсирования тех или иных мероприятий. То, что они будут иметь место, это очевидно. Это очевидно. Но где, когда, какими силами и средствами, я думаю, что мы об этом узнаем с вами постфактум. Да, естественно, мы поговорили с вами о том, что происходит на фронте. Ну вот есть уже успешные спецоперации ГУР, например, на Тендровской косе, да, то, что произошло, там уничтожили и вражескую бронетехнику, и комплекс РЭП, и фортификационные сооружения разрушили. Вот с тактической и стратегической точки зрения, как оценить важность и результативность этой операции?
Я думаю, что очень многое кроется за фразой от украинского ГУР. Украинские разведчики, спецназовцы провели еще ряд мероприятий секретного характера. О чем идет речь, я думаю, мы узнаем, скорее всего, сами уже после окончания войны. Но среди прочих я видел в сети интернет сообщение о том, что была уничтожена станция радиотехнической разведки противника. В любом случае, мы с вами должны понимать, все эти мероприятия крайне сложны в плане реализации. Ведь очевидно, что прибрежные территории северо-восточной, северо-западная часть акватории Черного моря, имеется в виду территории, которые находятся на Херсонщине, южные части на территории временно оккупированного Крыма, они находятся под серьезным контролем российских сил и средств, и поэтому действия украинских сил специальных операций весьма сложны в плане организации, и в плане обеспечения, и в практической реализации. Поэтому такого рода мероприятия проходят в районе Тендеровской косы не впервые. В этот раз мы можем констатировать, что мероприятия проведены весьма-весьма успешно. Но то, что противник, к сожалению, пока еще имеет достаточное количество сил и средств, дабы компенсировать свои потери, это очевидно. В принципе, это касается не только действий российской армии на Тендеровской косе. В принципе, такие мероприятия проводятся в разных уголках ныне оккупированного Крыма и Севастополя. То есть украинская армия системно и методично уничтожает отдельные элементы систем противовоздушной и противоракетной обороны российской армии в Крыму и Севастополе, но россияне пытаются в спешном порядке восстановить утерянное. В любом случае, мы с вами должны понимать, активность украинских сил обороны на юге нашей страны не является случайной. Крым для россиян – это такой себе чемодан без ручки. И тяжко нести, и бросить жалко. Но, тем не менее, тенденции, которые в настоящее время прослеживаются в Крыму, они очевидны. Тут и сейчас украинские силы обороны готовят серьезный фундамент для проведения определенных мероприятий, направленных на значительное ослабление военного потенциала оккупационной армии России, которая в настоящее время дислоцируется в Крыму и Севастополе. 89 шахедов в последнюю ночь июля и уже больше сотни за первую неделю августа. Как думаете, почему россияне активизировали вот атаки именно шахедами? Да? Наладили производство, накопили или вот из Ирана подвезли? И какая цель вот этих атак? В последние дни большинство вот этих дронов, они летели на Киевскую область. Специальная экономическая зона Алабуга. Это территория Татарстана. Именно там развернуто масштабное производство клонов иранских дронов «Камикадзе» «Шахет-131», «Шахет-136». Там же работает группа молодых ученых-исследователей, которые пытаются разработать относительно недорогие варианты или клоны тех самых «Шахедов». Иногда у них получаются достаточно неплохие результаты. И во время одной из масштабных дроновых атак наши операторы мобильных огневых групп фиксировали уничтожение дронов «Камикадзе» российской армии, которые по своим тактико-техническим характеристикам сделаны из более дешевых материалов, более примитивных, но тем не менее. Они серьезно перегружали наши элементы системы противовоздушной и противоракетной обороны и создавали нам немало проблем. Противник пытается создать массированные дроновые атаки с целью, ну, во-первых, максимального ослабления наших ресурсов, системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также таким образом пытается детально расследовать и разведать места размещения наших элементов системы противовоздушной и противоракетной обороны. Таким образом, готовясь к масштабным ракетным атакам. Я бы не стал исключать фактор дат. Россияне в этом смысле определенные символисты. Всех нас впереди ожидают самые важные государственные праздники нашей страны, День государственного флага и День независимости Украины. Поэтому я думаю, что к этой дате, скорее всего, россияне будут пытаться создать нам проблемы, связанные с задействованием огромного количества и ракет разного типа, и базирование, соответственно, дронов. Поэтому в любом случае мы с вами должны абсолютно четко понимать следующее. Гражданского населения ни в коем случае нельзя игнорировать сигнал воздушной тревоги. Слышим сигнал сирены, необходимо отправляться в укрытие. Ну а наши операторы и мобильных огневых групп, и систем противовоздушной противоракетной обороны свою работу знают досконально. Нам бы еще дополнительное количество ресурсов, тех самых ПВО и ПРО, ну и, соответственно, ракет к ним. Я думаю, что ситуация в части контроля воздушного пространства на территории Украины будет значительно усилена. Тем более в контексте получения первой партии истребителей F-16, я думаю, об этом уже можно будет говорить с достаточно серьезной уверенностью.
Ну вот, кроме массированных атак шахедами, как минимум дважды зафиксированы удары и северокорейскими баллистическими ракетами. И, ну, нужно отметить, да, что это вооружение неточное, оно может отклоняться от заданного курса, сдетонировать в воздухе. Скажите, а что еще известно об этих ракетах? Сколько их может быть у оккупантов? И, в принципе, да, почему Россия начала использовать баллистику не своего производства? КН-27, именно об этих ракетах идет речь, производителей из Северной Кореи. Весьма специфическая реинкарнация всем хорошо известных баллистических ракет, которые в свое время выпускались Советским Союзом, позднее Российской Федерацией. Определенный апгрейд этих систем был сделан при помощи китайских специалистов. В настоящее время у правительства Северной Кореи такого типа ракеты начинает передавать для нужд российской армии. В принципе, КН-27 это такой себе аналог или калька российской ракеты к комплексу «Искандер-М». Баллистическая ракета, да, она не является идеальной. Часто она выходит из строя во время перемещения по баллистической траектории. Такие истории фиксировались украинскими операторами систем противовоздушной обороны. Но вопрос объемов, я думаю, что именно он является определяющим в этом контексте. Обратите внимание, несколько дней назад северокорейский диктатор Ким Чен Ын передал в торжественной обстановке 250 установок баллистических ракет для северокорейской армии. Я думаю, что если такое количество передается для нужд северокорейской армии, определенное его количество может быть отправлено соответствующими морскими рейсами для обеспечения нужд российской армии. Почему россиянам это крайне важно? У них крайне невеликие запасы баллистических ракет типа «Искандер-М». Они весьма рачительно относятся к ракетам «Оникс», береговых ракетных комплексов «Вала», «Бастион». То есть ресурсов у россиян в части баллистики небольшое количество. Поэтому, дабы компенсировать это отсутствие, они пытаются договориться и с правительством Северной Кореи, в определенной степени успешно, потому как КН-27 россияне начинают активно использовать, а также с правительством Исламской Республики Иран. Там не настолько эффективны результаты этих переговоров, потому как Тегеран также имеет определенные ограничения в части передачи такого типа вооружений, потому как он находится в состоянии перманентного конфликта с государством Израиль. Поэтому я думаю, что россияне, российские эмиссары далее будут искать буквально по всему миру образцы ракетного вооружения, которые в свое время к странам мира продавал Советский Союз, позднее Российская Федерация, дабы таким образом пополнить свои ракетные запасы. Ведь очевидно, накануне отопительного сезона противник вновь будет пытаться реализовать свою тактику ракетного и дронного террора, чтобы вновь создать условия для блокаута на всей нашей территории. Вот по поводу Ирана давайте продолжим. Издание Defense Express пишет, что Шойгу, который занимает пост секретаря Совбеза РФ сейчас, вот он пообещал Ирану поставки комплексов С-400 для того, чтобы те охраняли ядерные объекты в преддверии возможного обострения ситуации на Ближнем Востоке. И, кроме того, отправят еще и российских специалистов для обслуживания. Какова тогда сейчас в общем ситуация с ПВО в России? Дроны пролетают куда? В разные места, да. В Крыму продолжается тенденция по уничтожению, в том числе этих же комплексов С-400. Разве россияне могут себе позволить вот просто так отдать систему? Или они, ну, скажем так, не по своей воле отдают, меняют на что-то? Да, болезненный компромисс. С одной стороны, Иран демонстрирует свою приверженность соответствующим российско-иранским договоренностям и передает в огромных количествах не только шахеды 131 и шахеды 136, но и огромное количество артиллерийских боеприпасов 130 калибра. Именно этим обусловлено активно задействование российской армии гаубиц 130 калибра Д-46. Они производились еще 70 лет назад, но тем не менее, сейчас россияне их активно снимают с долговременного хранения и отправляют на фронт, дабы держать темп артиллерийского огня на достаточно высоких показателях. Поэтому, соответственно, Россия вынуждена идти на такие компромиссы и передавать систему противовоздушной обороны, в том числе комплекс С-400 «Триумф» для обеспечения нужд армии Тегерана в части, ну, компенсации за поставленное уже вооружение и боеприпасы к этому вооружению. Поэтому мы должны с вами четко понимать, те мероприятия, которые в настоящее время реализуются украинскими силами обороны на территории Крыма, являются крайне важными.
Таким образом, мы, уничтожая разные элементы системы противовоздушной обороны российской армии в Крыму, имеем возможность ослаблять военный потенциал российских оккупантов тут и сейчас. Да, безусловно, пока они еще имеют возможности компенсировать потери. Но коль долго это может продолжаться, ну, я думаю, что не очень, потому как оборонная промышленность Российской Федерации не способна компенсировать все эти элементы, потерянные элементы, а возможности перемещать по территории Российской Федерации таких систем у россиян становится все меньше. Уже сейчас практически без комплексов ПВО остался северо-западный регион Российской Федерации, то есть те самые регионы, которые граничат со странами Североатлантического альянса, с Норвегией, с Финляндией. То, собственно говоря, в очередной раз следует отметить, что российские пропагандисты врут всякий раз, как только открывает рот. Де-факто они постоянно декларируют, что тут и сейчас российская армия воюет со странами НАТО. Но тогда возникает абсолютно логичный вопрос, почему Россия, граничит с Финляндией, страной участницы Североатлантического альянса, буквально выхолостила все свои ресурсы, начиная от подразделения Ленинградского военного округа и заканчивая подразделениями ракетных войск и артиллерии российской армии, отправив их на территорию Украины для задействования в рамках так называемой специальной операции. Так кто врет? Как по мне, это очевиден. Вполне очевиден. Владислав, благодарим вас за то, что присоединились к нашему эфиру. Владислав Селезнев, военный обозреватель, бывший спикер Вооруженных сил Украины, был на связи с Фридомом. Если в вашей стране заблокирован доступ к видеосервисам, в том числе YouTube, прямой эфир телеканала Freedom круглосуточно доступен на нашем сайте uatv.ua. Чтобы получить доступ к нему через VPN, введите в поисковой строке вашего браузера «Скачать VPN» и установите приложение согласно инструкции. Таким образом, вы получите доступ к открытому просмотру эфира нашего телеканала. Также на сайте Freedom самая оперативная и объективная информация в открытом доступе.